Старый, давно забытый мангал уже вряд ли когда-то будет использоваться по назначению. Наряду с остальным мусором он отправляется в черный мешок из пластика. Таких за полдня работы на двух участках у Красногорской городской больницы и здесь, возле дома 16 на оптическом проезде, сотрудники КГС вывезли уже 10 кубометров. Но работы в рамках субботника по-прежнему остается много. У нас выделены участки, и каждый день у нас определенная территория, и мы на них работаем. Сегодня здесь 5 человек, на территории больницы 5 человек, и на территории старой плотины тоже 5 человек. Порядка 15 человек задействованы в работе. Урожай подснежников, так рабочие шутливо называют появившийся после зимы мусор, собирают и сотрудники единой службы заказчика. В этот день у предприятия тоже немалый фронт работы на 4 участках. Сегодня мы убираемся на Пионерской, на Лесной, на теплом бетоне и на брусчатом поселке. Должно было работать 23 человека, но так как территории грязные, мы выставили 41 человек. Работает экогоры, субподряд. Мешков 70 у нас стоит, и деревьев, ну где-то валежников штук 30 по городу, по этим 4 территориям. Территория между домами 3 и 5 на Лесной порядочно захламлена, но в единой службе заказчика обещают управиться с работой в срок, несмотря на погодные условия.